В Ярославле пройдет чемпионат России по триатлону. В связи с соревнованиями горожан ожидают некоторые трудности при передвижении. 1 июля с 6 до 18 часов совершить пешую или велосипедную прогулку не получится по нижнему и верхнему ярусам Волжской набережной и по нижнему Катрасльной. Не удастся попасть в парк на Даманском и к часовне Казанской Божьей Матери. На этих участках также вводятся ограничения на движение, остановку и стоянку транспорта.